Где могу найти эти действия, которые для меня как отходы? Потому что я не чувствую вещей, которые как отходы. Если ты уже находишься в конце исправления, по всей видимости, так. Но если еще нет, выясни, проверь и увиди, что есть у тебя еще отходы. Отходами называется то, что ты не хочешь выполнять в отношении объединения с товарищами, с Творцом, когда ты не чувствуешь эти вещи как важные. Если мне не удается увидеть такие действия, так ты недостаточно вкладываешь сил для того, чтобы распознать их. Попытайся все больше и больше соединяться с товарищами, все больше и больше вкладываться в исправление мира. И тогда ты увидишь, насколько ты не желаешь этого. Когда вдруг есть у тебя более важные вещи, и ты откладываешь их, и они неважны, они называются отбросы. Начинай собирать их над своей головой как самые важные вещи, и тогда из них ты построишь сукку. Из них ты построишь духовное кли, свою душу. Ты выстроишь таким образом, когда ты начнешь раскрывать, что исправление мира важнее, чем то, что ты делаешь все в жизни своей.